Ну, дорогие друзья, мы снова с вами в лесу. И снова перед нами лекарственное растение. Сейчас я вас познакомлю с уникальнейшим лекарственным растением, которое получило название и так и числится в лекарственных справочниках, как погремок. Погремок, оно получило название вследствие того, что вот это маленькое растение, когда отцветет, у него появятся коробочки. И в этих коробочках созреют семена. А затем эти семена при дуновении ветра будут издавать звук. Звук погремушки. Вот. И поэтому оно называется или погремок, или погремушник, и еще ряд похожих названий. А чем же оно привлекает нас? И почему такое внимание к этому растению? Мы очень рады то, что нам удалось его найти, и что мы его сейчас собираем, потому как это растение содержит в своем составе специфические фенолы, гликозиды, флавоноиды и алкалоиды. И благодаря вот этим вот веществам, содержащимся в этом растении, вот, мы имеем возможность получить специфическое действие в виде антиаритмического, то есть восстанавливает ритм сердца, улучшает проводимость сердечных в сердце, проводимость от синус-узла. Оно положительно влияет на артериальное давление. Вот. Помимо всего прочего, это лекарственное растение применяется для борьбы с огромным количеством грамм положительных, грамм отрицательных бактерий, вирусов и грибов. Интересен тот факт, что это растение может применяться также для борьбы с алкоголизмом. Когда после приема лекарств из этих растений, извлечения из этих растений, пропадает тяга к алкоголю. Хочу также заметить, что этот препарат, или же препарат, изготовленный из этого растения, очень положительно влияют на состояние нервной системы. Очень хорошо сочетаются с какими-то другими лекарственными растениями, например, которые воздействуют на мочеполовую систему или же на желудочно-кишечный тракт. А и в связке с другими растениями, которые для него могут служить проводником, вот, оно оказывает специфическое действие уже на те органы, к которым оно будет направлено. Вот такое красивое растение, видите? Его много. Конечно, оно не растет такими огромными колониями, но его достаточно много, если удается найти. Вот. И его можно собрать. Вот такая вот история с погремком.